В нескольких районах края сегодня начали работу ярмарки вакансий. Встречи с потенциальными работодателями организуют местные центры занятости населения. Акции проходят в Бийске и Крутихинском районе. Наукоград готов предоставить рабочие места кондукторам, слесарям-электрикам, уборщикам и бухгалтерам. В Крутихинском районе требуются ветеринары, продавцы, бухгалтеры и медработники. Добавим, 20 сентября ярмарка вакансий пройдет в Кытмановском районе, где нужны работники на местный элеватор и в Центр спорта и творчества. Подробности можно узнать на официальном сайте Алтайского края.